Вот ко мне пришел наш самый большой человек, это гитарист, в 2001 году в Серове, когда я работал в музыкальной школе. Предложил поиграть вместе. Поиграли, где-то через месяц решили, что группа, собственно говоря, уже существует. Претерпевая изменения в составе, в стилях, перебрали там панк, психоделию, авангардный джаз, даже вплоть до этого играли, фри-джаз такой вообще. Как бы музыканты все подкованные, все с образованием в основном. Сейчас играем нормальный такой брит-поп с местами утяжеленный. Мы когда делали 14 лет назад, мы были единственные здесь, у нас было 2-3 группы, которые музыканты сейчас выросли просто-напросто. Они тогда еще в люльках лежали и ходили пешком под стол. Сейчас они играют, и очень классно, и очень, мне понравилось по звучанию все. Я и до этого просто интересовался процессом. Заходил, смотрел на сайтах группы, на страницах ВКонтакте, смотрю, что здесь жизнь развилась. Без нас все, как говорится, все прекрасно живет. У меня вот музыканты из моей группы, кто-то в Екатеринбурге, я в Серове уехал, живу. Ничто, как говорится, не вечно под луной. Мы играли свою музыку, люди играют свою, но тем не менее рок живет. Вышло тоже. Подпели бы детский хор. Серьезная песня, но по содержанию. Это уже как бы будет наша. Она называется